Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. Ну, как вы видите, мы соблюдаем профилактические меры в условиях пандемии коронавируса и призываем к этому вас, дорогие наши зрители и слушатели. Ну, вот соблюдая такую, скажем, допустимую дистанцию в рамках проведения программы, мы сможем, наверное, снять эти маски, чтобы не быть инкогнитами. Тема наша будет связана с той страшной бедой, которая уже действительно заставляет серьезно задуматься нас о том, что будет завтра, как сегодня нам противостоять этому злу. Но в частности, мы хотели бы поговорить и о искривленной информации, о фейках, о недостатках правдивости и о вреде вот подобного рода, ну и о ряде других вопросов. Сегодня в нашей студии уважаемые эксперты, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Тверской области Светлана Викторовна Максимова. Здравствуйте. И Елена Анатольевна Теренкова, заместитель главного врача по медицинской части инфекционного госпиталя ЦРКБ. Здравствуйте. Итак, Светлана Викторовна, ну вот давайте начнем с того, что какова опасность фейков. Мы прекрасно помним этот год, и вот сейчас наступающий май, символичный период, 75 лет Великой Победы. Когда-то в условиях страшной войны, унесшей миллионы жизней наших соотечественников, паникеров и негодяев ставили к стенке, правильно, сразу. Расстреливали сразу. Потому что паника в особых условиях, когда нужно максимально сплотиться для того, чтобы противопоставить что-либо этой страшной инфекции, наверное, очень важна. Но в этой ситуации мы понимаем, что нельзя просто говорить, вот фейки и все остальное. Фейки где появляются? Там, где недостает объективной, своевременной информации. Совершенно верно. Наш, вот как раз холдинг, наше средство массовой информации нацелено максимально направить лучи света на все интересующие вопросы наших вот как раз телезрителей и радиослушателей. Вот. Своевременная и полная информация, она помогает нам быть вооруженным. Я хотел бы сказать персонально вам слова благодарности, потому что любые вопросы, удобные, неудобные, вы действительно, не боясь их, приходите и участвуете в обсуждении. Сегодня это не такая уж частая черта, как хотелось бы у представителей власти. Зачастую, я вам скажу, мы сталкиваемся с дефицитом получения официальных комментариев. Но тем не менее, вот сейчас мы поговорим о том, что такое фейк, как с ним бороться, что нам этому противопоставлять. Светлана Викторовна. Вы знаете, Сергей, самое главное, вот вы сказали про то, что войну расстреливали паникеров. Но фейк – это же не паника, это же не паникерство. Это люди, которые целенаправленно пишут эти фейки. И для того, чтобы создать панику. Для того, чтобы создать панику. И таких очень много. И самое-то главное, что в большинство этих фейков не от граждан Российской Федерации идет, а идет из-за пределами от наших друзей, будем так говорить. Вот. Я хочу сказать, да, конечно, есть у нас фейки, да, которые и от наших, но здесь вот правильно вы сказали, что люди просто-напросто в панике, когда они сталкиваются с этим заболеванием, они теряют самообладание, и они начинают... У нас вот, к сожалению, вот эти телефоны, да, все гаджеты, они сегодня приносят не сколько добро, сколько зло на сегодняшний момент. И вот конкретно берем вот эту вот сегодняшнюю ситуацию. Потому что любой человек берется за телефон и все начинает снимать. Он уже думает потом, когда он выкладывает это в электронное пространство, да, и тогда начинает берется за голову и говорит, что же я сделал, но увы. То есть под впечатлением, в силу каких-то, конечно, эмоций. Конечно, мы сейчас говорим о тех, кто делает это не профессионально для того, чтобы нагнетать ситуацию, а то, кто в силу вот таких личных, таких, расстройств. Елена, смотрите, генпрокуратура, вот сейчас я хочу сказать, раз что отметила вчера буквально, генпрокуратура попросила заблокировать
фейки о коронавирусе на ряде изданий. Вот на Ютубе, в частности, давайте вот задумаемся, был размещен сюжет, где говорилось о том, что подвержены заболеванию люди определенных национальностей. Ну, да нет, конечно. Ну, давайте вот думать, да, вот, ну, логика здесь какая должна быть. Нет, от данного заболевания никто не застрахован. ВКонтакте было видео, под видом борьбы с ковид у людей изымают органы. Ну это для вообще чего это? Бред. Для чего? С другой стороны, вот смотрите, 31 марта Государственная Дума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей. Минимальная сумма взыскания 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составляет от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона. А срок лишения свободы до 3 лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до 2 миллионов, а срок лишения свободы до 5 лет. Но в то же время вот Лента.ру нам дает интересную вот такую статью, где название «В Госдуме оправдали распространители фейков». Так как депутат Государственной Думы Сергей Боярский сообщил по поводу публикации Виктории Бони в телеграм-канале «Подъем», что сейчас все находятся в одинаково сложной стрессовой ситуации, поэтому фантазия, конечно, разыгралась у многих. Ну вот, наверное, нам надо понимать, что недопустимы двойные стандарты, да, в этой ситуации. Конечно. Должна быть четко соблюдаемая буква закона. Так мы с вами понимаем? Конечно. Я думаю, что не все, те, кто пишет, мы уже с вами об этом говорили только что, кто пишет эти фейки, некоторые пишут из-за того, что в панике этого человека видно. А есть же люди, которые целенаправленно готовят и спокойно рассказывают про все, что как будто от нас кто-то скрывает. Конечно, это бред. И я хочу сказать, что вот, допустим, у нас в регионе каждый день вот статистика по ковиду, каждый раз нам дают вот на сегодняшний 24.04.2020 года. Сколько у нас всего зараженных? 412 всего. 15 человек выздоровело. Вот. И так далее. Здесь, в общем-то, в принципе, Слава Богу, что у нас еще нет такого, скажем, всплеска заболеваемости, но многие это связывают, может быть, еще с не таким уж большим количеством исследований проведенных и с тем, что, может быть, бессимптомное происходит протекание заболевания. Нет, Сергей, я думаю, что все-таки нужно отдать должное Игорю Михайловичу Рудене, да, нашему губернатору, который, как только начали говорить про это заболевание, то у нас резко он сразу всех посадил на самоизоляцию. Да, на самоизоляцию. Я хочу отдать и сказать большое спасибо нашим гражданам нашего региона. То, что люди все-таки, наверное, видя вот по телевизору данные моменты, которые показывают, да, в Испании, в Италии, конечно, люди были перепугавшись, и они первое время. Да. Сейчас, к сожалению, очень много народу на улицах. Да, к сожалению, да. Теплеет, вот. Солнышко пригревает, да, и вот как бы оттаивает. Но людей отчасти можно понять. Представьте, кому-то самоизолироваться в каком-то роскошном поместье, это один вопрос. А сидеть в малометражных каких-то квартирах, да если еще речь идет о большой семье, конечно, крайне сложно. Поэтому здесь нужен компромисс. Компромисс, но сегодня, тем не менее, вот и наш канал, он поддержал инициативу общественных организаций, оставайтесь дома, друзья мои, потому что здесь нам нужно сделать для себя определенный выбор, что для нас важней. Но вот я хотел бы сейчас все-таки слово предоставить Елене Анатольевне. Елена Анатольевна, вот давайте мы поговорим все-таки об источниках передачи этой страшной инфекции, пути ее передачи, ну и профилактических мерах, потому что, наверное, то, что мы должны знать. В наше время, мы с вами помним, да, была такая брошюра «Это должен знать каждый на случай атомной войны». Наверное, вы тоже такую тоненькую брошюрку, которая была растиражирована огромными тиражами, передавалась. Вот я думаю, сейчас мы это сможем с вами обсудить, вот буквально через несколько минут, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу.
Итак, Елена Анатольевна, вам слово. Ну, я хочу напомнить всем, что основным источником заражения является больной человек. Причем человек может даже не знать, что он болен на этот период, находиться в инкубационном периоде, но начать уже заражать других людей. Механизм передачи основной – это аспирационный. То есть передача идет от больного человека. При кашле, при чихании, в основном, когда и происходит обсеменение, ну вот простым языком заражение другого человека, когда он эту аэрозольную взвесь вдыхает в себя. Отсюда идут несколько путей вообще передачи установленных. Это воздушно-капельный путь, больше о котором сейчас я говорила, воздушно-полевой путь и контактный путь. Контактные пути, это, вы понимаете, это при контакте, они есть прямые, это рукопожатие, это поглаживание, это объятия. И путь непрямой, это через предметы. Вот Светлана Викторовна начали разговор, что гаджеты приносят вред. В данном случае гаджеты тоже приносят вред, да. Поскольку идет это предметы обихода, они могут быть контаминированы, то есть обсеменены, проще, если говорить, вирусами. Эта аэрозольная взвесь, она подсыхает, и вирусы остаются на предметах обихода, гаджетах, на машине, если больной человек рядом едет, на пластике, на руле. Поэтому посуде, предметах обихода, совершенно верно. Поэтому, зная пути передачи, отсюда идут меры профилактики. Ну, самой все-таки основной мерой профилактики является, как мы говорили, разобщение, это самоизоляция, чтобы прервать эту цепочку передачи. Соответственно, соблюдать, считается, что вот эта аэрозоль, она распространяется где-то от метра. То есть можно заразиться, контакт. Поэтому... Хотя, вы знаете, уже разные мнения звучат. От 1,5 метра ну, это... увеличивают до 4, говорят. Ну, уже, нет, такого так. Все-таки да, мы не слышали. Да, в таком мы все-таки не слушали, но отсюда... Как бы вот это 1,5 метра. Да, это вот, отсюда социальная дистанция, да, 1,5 метра. Конечно, соблюдать ее, избегать им рукопожатий, объятий. Постоянно обрабатывать, и самое главное, это обработка рук, контактный метод. Обработка рук мылом достаточно... Спиртовыми растворами. Да, спиртовыми растворами. Мылом можно простым, любым, там, кто хозяйственным, разные мнения бытуют, кто детским именно... Вирус боится вот этих средств. Да, у вируса имеется жирорастворимая оболочка, которая под действием мыльного раствора, спиртовых, она растворяется. Но считается, что все-таки нужно руки обрабатывать мылом хорошо и достаточно длительное время, не менее 30 секунд. Поэтому руки, когда мы моем, считаем... И горячая вода, да? Вот. Ну, теплая горячая вода, обильная достаточно пена, все межпальцевые промежутки, большие пальцы захватом мы обрабатываем, ну, считаем про себя до 30 раз, и можно тогда уже смело смывать. Спиртовые растворы на основе 70% спирта, фармацевтические дезинфицирующие растворы для рук, кожные антисептики, и все это тоже применимо. Конечно, после каждого визита, куда вы уходите в ежедневном режиме, а лучше несколько раз в день, нужно обрабатывать свои гаджеты, вы знаете, даже ключи от машины, дверные ручки не помешало бы тоже протереть, потому что вы ходите. Ну, вот Светлана Викторовна совершенно права, она сегодня в перчатках, и это замечательно, если правильно, перчатки, когда маски, медицинские ношения, обязательно масок. Но давайте о том, мы говорили, что нужно соблюдать дистанцию. Часто видишь, иногда с работы возвращаешься достаточно поздно, как на пустой улице совершенно идет гражданин в маске.
вот здесь маска не нужна. То есть здесь нет лица, передающего инфекцию. Здесь можно ходить и спокойно дышать свежим воздухом. В социуме, где большое совершенно скопление людей, совершенно где верно, есть где реальная угроза. Конечно, когда вы идете в магазины, в аптеки, когда вы едете в общественном транспорте, здесь маска просто то есть необходима. Нужно следовать поговорке, что да, вот как это заставить дурака молиться, он и лоб разобьет. Поэтому не надо вот этой поговорке вторить, а нужно с умом подходить к На пустой улице, конечно, да. не имеет смысла носить медицинскую маску. А в транспорте ну, у нас, видите, при плотности достаточное скопление в магазинах обязательно нужно. Иногда, может, не такое зло, кто-то пусть на пустынной улице оденет маску, чем будет другое, когда вот будет столпотворение людей у мангалов и все остальное. Тут ну, вот наверное, самое это... главное, что здесь идут ближе, дистанции не соблюдается, аэрозольный путь это тоже... И при разговоре тоже, очень почему мы говорим, акцент сделали, самое сдается. Важное в этой ситуации, для того, чтобы не носила заболеваемость обвальный характер, разобщенность. То есть уменьшить вообще возможные контакты, минимизировать их. Конечно, вот нужно соблюдать можно. Самоизоляцию. И, естественно, вот для нас всех нужно понимание, что если мы проникнемся вот, идеей пережить всей страной, вот эту страшную напасть. Конечно, на этот период какие-то самоограничения, они возникнут. Нужны. И без них не обойтись. Но вот с другой стороны, Светлана Викторовна, вот сегодня у нас как бы нет ведь режима чрезвычайного положения, а людей штрафуют. Как вот вы считаете, что это? Ну, понимаете, у нас же не штрафуют в Твери, да? Вот оштрафовали трех находящихся на пляже городском. На пляже? Да. Ну, они нарушают на самом деле. Ну, знаете, здесь можно что угодно, но Государственная Дума же приняла решение, как? Есть же определенный, принят закон об этом, да, что штрафовать, что люди... Тем более, в каждом регионе есть губернатор, есть власть непосредственно региона. Они вправе утверждать, те или иные штрафы. Условия. Условия, конечно. Не, ну а извините меня, но если люди не понимают. Здесь важно, и мы как средство массовой информации стараемся донести до наших сограждан, то, что, друзья мои, наверное, самое важное ограничение должно быть вот здесь. Мы сами должны понимать, что у нас есть семьи, у нас есть совершенно верно. Пожилые родственники, у нас есть дети, с которыми... Ну, мы хотели бы находиться как можно дольше. Давайте, друзья, подумаем о том, чтобы не подвергать жизнь близких нам людей вот подобного рода риска. Телефон. Мне сейчас сигнализируют, что у нас звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Вот у нас много очень интересных людей сегодня в студии. Но наверняка все пользуются сейчас социальными сетями. Вот как вы относитесь, уважаемые гости, к тем роликам, которые иногда распространяют, например, или пациенты в каких-то поликлиниках, или больницах? И вот недавно вот шестой такой был ролик, он, наверное, облетел многие социальные сети. И вот что в этой связи вы можете прокомментировать, как к этому относиться людям и что скажут официальные лица? Елена Анатольевна, вот скажите, из практики, как замглав врача, вот все-таки будучи на местах, вот я понимаю, что речь идет о там рваном белье и там вот этот, да, наверное, ролик, ну действительно, о нем много говорилось. Вот как сейчас в больницах может появиться грязное белье? Каким образом это связано, может быть, с санитарной обработкой ну, и прочим? Я скажу, что в больницах, конечно, у нас не все не безоблачно, но смотрела я тоже этот ролик. Конечно, я считаю, что он больше носит такой характер эмоциональный, стрессовый, поскольку вообще заболевание это достаточно серьезное, и оказаться в больнице это тоже стресс. И тем более с угрозой такого страшного диагноза. Да, это если именно с таким диагнозом это. Очень страшно. Вообще это эмоционально. Кажется нам, вот мы все говорим, что хорошо, не надо поддаваться панике, когда люди узнают, что да, действительно у них подтвержден этот диагноз новой коронавирусной инфекции. А на самом деле испуг очень большой и паника очень большая. Ну,
что касаемо, допустим, белья, что там было в ролике, я хочу сказать, вот у нас тоже инфекционный госпиталь. А вы знаете, какие мы проходим степени обработки. Там очень серьезная обработка. И после хлора, каждого, да, больного и очень высокой концентрации готовятся хлорные растворы. Все белье подвергается полной замочке. Оно проходит цикл от полной замочки в хлоре, от проведения дезинфекции в дезокамере, это при высоких температурах, и только потом оно отправляется в стирку. Износ, конечно, очень большой. Да, вот на изгибах, да, я разговаривала с главным врачом этой больницы, когда мне прислали этот видеоролик, там и ко мне обращение вот этой девушки. И я хочу сказать, что когда я с ним поговорила, я все поняла. Во-первых, это помещение не палата, а медсестринское. И поставили, и там было четко видно, что это кушетка, это не кровать, а кушетка. И поэтому получилось, что там у нее голова находится на батарее. Понятно, что люди быстро, медперсонал быстро все это обставляли и постелили это постельное белье. И главврач, он четко сказал, ну, санитарочка постелила, не обратила внимания. Вот. А вот именно это на изгибах, говорит, и появились вот эти такие... Ну, само это белье чистое, оно же видно, что оно чистое. Ну, вот, что вот на изгибах хлорка разъела, это да. Ну, вы знаете, а с другой стороны... Конечно, плохо, что появляется вот такое, да, но с другой стороны, когда мы все смотрели в самом начале Италию, Испанию, и когда вот этих больных людей привозили и просто клали на... стадионах там. Да какой стадион? На полу. Ну, на полу прям ледовые вот... Ледовые дворцы, вот эти, да, катки, говорят, что там дворцы, холодильник. Но здесь клали без простыней, без всего, просто вот больного привезли, положили на полу в этой, в помещении. Ужасно, конечно, не должно этого. Но я хочу сказать, дорогие зрители, ну, мы должны с вами все-таки жалеть наших медиков. Дело в том, что бывают всякие казусы. Конечно, это понятно, что у девушки была такая паническая атака, это все понятно. Непонятно, кто и как бы отреагировал на сложно это. Предсказывать. Ну, это в зависимости, да, от стрессоустойчивости человека. Вот. Ну, вот она так отреагировала. И поэтому я хочу сказать и попросить всех жителей, ну, я своего региона, вот нашего региона, Тверской области, что, ну, давайте будем относиться к медикам, ко всем медикам снисходительно. И благодарить они сегодня, несмотря ни на что, свое здоровье, рискуют своим здоровьем, здоровьем в своих семьях. Я хочу сказать опять большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене. То, что я знаю, что сейчас очень несколько гостиниц оборудованы, и будут медики жить в этих гостиницах, их будут кормить бесплатно. Не во всех регионах это есть. Ну, потому что они не могут, да, самоизоляцию обеспечить, да, себе. Да. И поэтому, да, конечно, давайте будем спокойно. И вы не представляете, какое напряжение сейчас и у Игоря Михайловича, потому что все свалилось на одного человека. Понимаете? Дело в том, что мы в семье не можем разрулить, бывает. А здесь человек разруливает весь регион. И мы должны сегодня не поддавлять вот такому неприятностям, да, а наоборот помогать. Помогать и поддерживать и нашу власть, и наших медиков. Да. А еще можно добавлю еще ремарочку? Сейчас сигнализирует у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Я вас слушаю вашу передачу. И заметил, что гости противоречат друг другу. Нам советуют держать дистанцию безопасную, допустим, 1.5 метра, там более. И этого достаточно, чтобы не одевать маску. Или, допустим, когда мы гуляем по пустынному городу вечером. И в то же время на пляже есть такие случаи в Твери. Штрафуют людей, когда они там находятся одни. То есть, что они нарушают? Вопрос к депутату. Она говорит, что, ну, раз закон принят... Значит, подождите, люди не понимают, с чего они не понимают. Я один, 50 метров вокруг никого нету, а меня приходят, штрафуют, нарушать дистанцию вот эту вот безопасную, подходят люди,
Без масок. Хорошо, я сам. Юрий, спасибо, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что я вам сейчас отвечу. Это же была не одна семья, а это же были просто друзья, которых оштрафовали, которые они могут каждый после этой встречи. У них не было, во-первых, дистанции, а во-вторых, они после каждой, после этой встречи могли бы прийти домой и заразить уже своих близких. Поэтому здесь, в общем-то, в принципе, все правильно. И я говорю, ну давайте мы себя любить хоть в первую очередь. Давайте, мы же для нас это делают для того, чтобы мы с вами были здоровы, чтобы наши семьи были здоровы. И чтобы врачи, которые сегодня у нас есть еще пока, вы знаете, что очень много смертей уже, врачи умирают, заражаются и умирают. А у них тоже есть семья, у них тоже есть дети. Поэтому давайте быть снисходительны, если говорят, что это опасно. Значит, это опасно. Значит, давайте посидим дома. И сегодня мы к вам пришли тоже не просто так покрасоваться, а попросить вас еще раз, чтобы все-таки давайте уважать себя и других, и жалеть. Жизнь у нас с вами одна дана. Извините за эмоциональность. Ну, безусловно, здесь сейчас нельзя говорить без эмоций, потому что действительно... Друзья мои, нам нужно осознать действительно вот всю сложность ситуации, в которой мы находимся. И вот у таких универсальных рецептов, наверное, сложно найти. Вот здесь о том, о чем говорит Юрий, ну, можно, допустим, привести как раз в поддержку его позиции слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который предостерегает борьбу с вирусом. Борьба с вирусом может стать предлогом для нарушения прав человека. Лучший ответ, вот прямая цитата, тот, который соразмерен непосредственным угрозам и при этом защищает права человека и власть закона. Друзья мои, ну мы еще продолжим эту тему, у нас еще один звонок в студии, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я бы хотела у вас уточнить. Вот у меня знакомая живет в Южном, она заболела, у нее температура 39, кашель, насморк. Она вызвала участкового врача, врач пришел, ее осмотрел. Когда она сказала, возможно ли мне сдать тест вот на коронавирус, он сказал, нет, вам его нигде не сделают. Она говорит, ну может платно я где-то пойду, он сказал, нет, вам нигде не сделают. Поставила я ангину и с этим ушел. Вот как вот здесь вот, объясните, пожалуйста. Ну вот мы понимаем, что эта ситуация была с вашей подругой, правильно? Ну, вот, к сожалению, непонятно, что вот опять это не первое. Нет, ну здесь, возможно, была действительно ангина. Давайте разбираться о том, что сезонные заболевания, такие как грипп, другие виды ОРЗ, вирусных заболеваний, в том числе и ангины, никто не отменял. Здесь ведь важно понять... А если речь идет об ангине, может быть, там были налеты какие-то, может быть, это действительно была ангина. Ну, в общем, сегодня сложно вот дистанционно диагностировать. Безусловно, тем более, в этой что ситуации. Если бы было первое лицо, можно было бы тогда понять, конечно, что там действительно... Уточните анамнез, знаете, саму ситуацию. Я хочу сказать, вот мне водитель мой с Москвы тоже позвонил и говорит, Светлана Викторовна, вы не собираетесь приезжать в Москву на заседание? Просто меня отстранили от работы, потому что я пришел, у меня температура. И врач посмотрел, у меня явная ангина. Вот, и не взяли ни мазок, не взяли ничего. Конечно. Сказали, что посидите дома. Вот он неделю уже сидел, говорит, все, я себя хорошо чувствую. Да. Мазок тоже надо брать по назначению врача только после осмотра. Да, ну вот мы вернемся к тому, о чем предостерегал генсек ООН, говоря о том, что все-таки вот права человека и как вот здесь сочетать. Друзья мои, ну вот, наверное, у нас называется мера самоизоляция. В первую очередь, наверное, каждому из нас необходимо осознать, что эффективный способ не доводить ситуацию до обвального вот такого вот уровня заболеваемости, когда медицинские учреждения не смогут справиться с захлестнувшими их заболевшими людьми, такое количество людей может возникнуть. Поэтому лучше Италию, Испанию. Давайте подложим соломки, Америка. Друзья мои, давайте совершенно подложим верно. Соломки. Вот я сейчас не берусь судить, я вот не правовед и не могу там сказать в деталях, как вот, но давайте подумаем, что важнее вот в этой ситуации. Может быть, какие-то ограничения испытать или
может быть, вот, и быть живым, или позволить себе вольность, а потом оказаться на вот больничной койке в тяжелом состоянии с аппаратом ИВЛ, ну, и с перспективами очень серьезными, так скажем, ухода из мира этого в мир иной. Самоизоляция, она же позволит сделать не пиковый подъем заболеваемости, вот а более важно. Плавную кривую, очень для важно. Того, чтобы не захлебнулось здравоохранение, чтобы медики могли делать спокойно свое дело, помогать и вовремя оказывать помощь. Если пик ситуации выйдет из-под контроля, и никто не будет соблюдать меры предосторожности и самоизоляции, то мы тогда встретимся со второй Италией, Испанией и так далее. Как развивалась ситуация в Британии. Помните, когда да. сперва там такое легкомыслие проявили к этому, а потом, пожалуйста, и уважаемый вот этот непричесанный Борис стал пациентом больницы. Поэтому вот, ну, здесь, на мой взгляд, чем-то приходится жертвовать. Нет, я... Друзья мои, вот на чем мы с вами стоим, хотим стоять, вот прям как Брестская крепость? На соблюдением там до каждой вот последней буковки закона прав человека, не дай бог, что-то нарушит? Или все-таки вводить вот эти ограничения для того, чтобы обезопасить не только себя, но и своих близких, и людей пожилого возраста? А как мы видим, что мутированный вирус сегодня существенной угрозой является и для молодежи. Вот да, совершенно верно, уже которую озвучил молодые. Губернатор по процентному состоянию. Вот смотрите, да. друзья мои, конечно, львиная доля, это порядка 53%, это люди от 30 до 60 лет. Сегодня уже 57%. 57. Уже сегодня 57. А так вот было 27 более 60 лет. Да. Значит, от 18 до 30 – 11%, и несовершеннолетние – 9%. Задумайтесь, 9 несовершеннолетних. А еще совсем недавно нас убеждали, что дети, что не болеют. Дети вообще переносят это бессимптомно, да, не болеют, да. и все остальное. Мы понимаем, что сегодня недостаточно количества проведенных тестов. Но я думаю, что не Нет, только мы, сейчас... как страна и как область, может быть, не в полной мере оказались готовы к этой страшной болезни. Весь мир, к сожалению, оказался не настолько готов. У нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я болею с февраля месяца. Был очень сильный кашель. И температура высокая, 38,5. Отвезли в 4-ю больницу. На снимке ничего не показало, что воспаление. Лечилась антибиотиками. Стало полегче, но кашель не прекращался. И вот до сих пор у меня кашель. И вот последний раз ходила к врачу, сделали снимок. Сказали необратимые изменения в легких. Дали направление к пульмонологу. И к лору. Я сейчас обзваниваю все. Сказали, вы никуда не попадете, все на вирусах, на этом вирусе, коронавирусе. Я не знаю, куда мне идти. Мне хочется обратиться к пульмонологу, чтобы дальше как-то лечиться. Спасибо. Конечно, желаем вам выздоровления обязательно. Елена Анатольевна, можете пояснить в этой ситуации, какие шаги следует предпринять? Ну, в этой ситуации надо обратиться в поликлинику по месту жительства. Да. В каждой поликлинике по месту жительства разработана маршрутизация пациентов. Они знают, куда в данной ситуации, когда много лечебных учреждений перепрофилировано на борьбу с новым типом коронавируса, но учреждения, которые не занимаются коронавирусом, есть. Маршрутизация есть. Нужно обратиться в свою поликлинику. Если вам не может помочь ваш участковый врач, дать четкие рекомендации, куда вам обратиться, значит, обращайтесь напрямую к заведующему поликлиникой. И я думаю, что вам окажут полное содействие. Конечно, очень хотелось бы, чтобы вот дозвонившаяся к нам женщина все-таки получила надлежащую медицинскую помощь. И, может быть, вы даже перезвоните. Я попробую тоже поучаствовать в
решении вашего вопроса. Вот после эфира буду ждать от вас звоночка по этому же телефону. И давайте будем думать, чем мы сможем вам помочь в такой ситуации. Потому что каждый отдельный случай нужно разбирать. И я думаю, ну, мы будем как-то взаимодействовать, поверьте, и помогать мне... друг другу. В то же время, ну, действительно, то, на чем мы остановились... Ну, не совсем готовы мы оказались, вот так и как и весь мир. Где в мире оказались готовы? Приведите мне пример. Может быть, высокую дисциплинированность проявил Китай, но и он не застрахован от каких-то, вот, скажем, последующих вспышек. У нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Меня зовут Андрей. И у меня вопрос вот такой. Хотелось бы узнать, такие болезни, как рак, цирроз, сердечная и почечная недостаточность, заражение крови, туберкулез, инфаркт, инсульт, гангрена, они еще существуют? Или коронавирус полностью все поглотил? Почему спрашиваю? Потому что нет никакой статистики по тем перечисленным болезням. Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Ну, я думаю, наверное, Елену Анатольевну мы попросим все-таки немножко, нет, как представитель медицинского сообщества. Нет, конечно, болезни хронические, которые вы перечислили, никуда не делись. Болезни все серьезные, и статистика это есть. Она мониторируется постоянно, но просто тема сегодняшней передачи другая. Мы не задавались такими цифрами статистики. Мы не подготовили их, но они есть. Но помощь к этим людям обратиться, это по теме тоже предыдущего звонка. Это Министерство здравоохранения Тверской области, оно над этим вопросами работает. Эти люди не брошены. Просто сейчас люди оказались в такой ситуации, что многие лечебные учреждения, они перепрофилированы. Но поверьте, маршрутизации есть, куда обратиться людям с хроническими заболеваниями тоже есть. Онкологическая работает. Да, онкология работает, да. Обращайтесь, пожалуйста, если какие-то вопросы неясные, если у вас возникают какие-то неясные ситуации с вашими участковыми докторами, обращайтесь к руководству больниц. А обращайтесь напрямую к заведующему поликлинику. Если вам заведующая поликлиника не может помочь, обращайтесь к главному врачу. Я вот хочу вернуться, закончить мысль, когда у нас был вот этот гаджет, да, про шестую больницу мы говорили. Не надо сразу снимать и выкладывать в сеть. Почему не обратиться к заведующему отделению, за главному врачу данной больницы? Поверьте, я работаю в больнице, когда к нам обращаются жители или пациенты по этим вопросам. Эти вопросы решаются очень быстро на местном уровне. Спасибо. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Вас беспокоит Николай Владимирович. Я вот по какому вопросу. Я вот инвалид уже давно. И что-то у нас в этом году стало плохо с обеспечением лекарственными средствами, бесплатными имеется в виду, которые получали в поликлиниках. Я вот с февраля не могу получить лористу, не могу получить клопидогрил. И вообще с лекарствами в этом году стало очень плохо. Министерство здравоохранения наше, в лекарственный отдел, дозвониться проблемно. А если и дозвонишься, то говорят, то там контракт не заключен, то там еще каких-то документов нету. Спасибо. Вопрос, вот как быть мне инвалиду? У меня был инфаркт в свое время. Лекарство надо. Я вот уже покупать стал клопидогрил, разжижающий кровь, чтоб пить. Как быть? Спасибо, вопрос понятен. Скажите, может, единственное, что там находится тема программы у нас несколько иная, и вот охватить в рамках одной программы все вопросы. Извините, пожалуйста, а вы с какого района? Регулярно, а не так, как есть. Спасибо большое. Вы слышите меня? С какого района вы? С какого района? Где уже вечер? Я Пролетарский район, город Тверь. Вы знаете, вот как я, как депутат я вашего района от Госдумы, я прошу вас написать на мое имя обращение, я разберусь обязательно в вашей ситуации. Слышите? Ну вот хорошая рекомендация тогда поступила сейчас по поводу звонившего. Мы надеемся, что он нас услышал. И вот Светлана Викторовна попросила направить соответствующее обращение
которая будет ей, как депутатам Государственной Думы, рассмотрена и оказана надлежащая помощь в решении вашего вопроса. Но это немножко за рамками нашей сегодняшней программы, поэтому вот разобрать здесь частные случаи нам не удастся при всем огромном желании. Хотя я понимаю, что людей это беспокоит. Вот очень беспокоит. И мы видим встревоженность, которая в обществе возникает. Именно с целью того, чтобы все-таки объективно, из первых уст стараясь информировать вас о происходящем, мы и проводим ряд вот таких программ. Поэтому вот мы хотели бы охватить как можно больше вопросов, которые беспокоят вот нашу и зрительскую аудиторию, и в целом всех, даже кто нас не смотрит и не слушает, но мы же знаем, какая напряженность существует в обществе и какие вопросы волнуют граждан. Светлана Викторовна, подскажите, пожалуйста, а что у нас с ценами? В магазинах у нас вот немножко изменились цены. Нет, ну, знаете, у нас вроде сейчас более-менее стабилизировались цены. Сначала была проблема, да, люди вон лимоны, вот лимоны да. по 700, да, потом имбирь по 2 тысячи, по 5 тысяч. Я даже видела цену по 7 тысяч, это, конечно, безумное. Вот, и на сегодняшний момент цены более-менее стабилизировались. Вот, и я думаю, что... И хочу обратиться вот ко всему бизнесу. Уважаемые друзья, ну нельзя, когда приходит такая беда в наш дом, в нашу страну на сегодняшний момент, в нашу огромную семью, ну нельзя спекулировать на этом и наживаться на том, что вы увидели, что люди в панике скупают гречку и все остальное, повышают цены. Нельзя, мы живем с вами в одной семье, поэтому... Я вас очень прошу, надо наоборот помогать. Я хочу сказать, очень многие сегодня бизнесмены, взять вот ЗАО «Калининская», Аватков Александр Федорович, да, он возит, я знаю, да, и в ЦРБ, спасибо, да, в ЦРБ я хотела поблагодарить. Большие пакеты продовольственной продукции бесплатно. В качестве помощи. Для врачей работающие. Каждый, кто может... как-то помогает, и поэтому... Светлана Викторовна, мы знаем, что и вы участвуете в этой вот такой благотворительной акции, развозя и заказывая маски, халаты для лечебных учреждений. И это действительно похвально. Сейчас ряд у нас организаций, они перепрофилировались для того, чтобы как раз выпускать необходимую, нужную сегодня продукцию, именно направленную для защиты и профилактических мер от... Медикам это очень нужно. Инфекции. СИЗами обстановка напряженная. Да, скажите, как вот сейчас у нас обстоят дела с перепрофилированием предприятий? Известны ли вам такие случаи? Да. Вот у меня, вот, как вы уже сказали, да, действительно, я стараюсь помочь и не только медикам, но и почтальонам, потому что почтальоны, они тоже непосредственно контактируют. Вот. И я хочу сказать, что я вот благодарна очень предприятию на Орше, Оршинское предприятие, которое шили там какие-то куртки, что-то такое шили, да. А сегодня, когда мы приехали и попросили, чтобы они начали шить маски, они сначала с таким... с испугом, говорит, да мы никогда не шили. Попробовали, получилось. На сегодняшний день девчонки сидят до 8 часов, выходные дни работают для того, чтобы сшить и бахилы, которые сегодня нуждаются они, и маски, и правильно, как бы, халаты. Компании перешли на выпуск продукции. Да, и таких почти в каждом районе, почти в каждом районе сегодня уже люди перепрофилировались на Светлана необходимые. Викторовна, сегодня вот, наверное, большинство людей подпишется под вашими словами, что нужна взаимопомощь, нужно понимание. Не должно быть, как это говорят, кому война, кому мать родна, повышение цен. В то же время мы видим, что вот уже как бы проанонсировали повышение цен на газ, значит, которое наступит вот буквально со второго полугодия. Мы уже видим повышение цен проанонсирования на услуги сотовой связи. Поэтому, конечно, очень хотелось бы и, чтобы естественные монополии не забывали о своих согражданах. Или мы вместе в непростой ситуации, а ведь действительно доходы многие лишились работы. Ну, что греха таить. У нас еще очень большой сегмент в серой, так сказать, задействован. И мы понимаем, что люди...
не могут вот сейчас воспользоваться той возможностью, которую дал президент, находиться на таких каникулах. Просто физически не могут. И действительно у многих очень сложная ситуация. Вот на этом фоне, на мой взгляд, очень хорошо прозвучала новость, когда во время видеоконференции с Новаком спикер Госдумы Володин дал поручение рассмотреть возможность продажи электроэнергии от Россетей, непосредственно минуя каких-то, так скажем, посредников и какие-то накрутки. Я думаю, что вот эта работа все-таки в Госдуме будет только нарастать, да, потому что естественные монополии все-таки должны понимать, что в этих условиях только сообща, ну, как-то ограничивая себя, мы можем достичь положительного результата. Вячеслав Викторович, он вообще молодец, конечно, да, и вы знаете, что Государственная Дума отказалась вот от весеннего отпуска. И ремонт проводить, насколько я знаю. Поэтому мы, депутаты, постоянно находимся вот на таком, постоянно могут нас вызвать, и мы будем голосовать за то или другое предложение нашего президента, нашего правительства. Вот. Но да, вы совершенно правы, Вячеслав Викторович сделал такое замечание. И если это произойдет, если это сработает, то это будет большая, огромная помощь. И самое главное, что в разы все... Потому что за счет вот этих накруток посредников увеличиваются цены безумно, мы же это понимаем. Конечно. Почему нам не покупать электроэнергию от Россетей по вот тем ценам? Как раньше было, да? Да. Тем более доходы падают. Другой момент, вот смотрите, вот в то время, как мы говорим сейчас о том, что сидите дома и давайте все-таки не забывать о самоизоляции, а вот Совет по правам человека при президенте как бы вышел с инициативой, но я думаю, в большей степени для москвичей на майские праздники ослабить режим самоизоляции. Но вот, конечно, здесь каждая мера должна быть просчитана и очень внимательно оценена. Потому что здесь, ну, наверное, не может существовать универсальных рецептов для каждого субъекта нашей огромной страны. Вот. Ну, а сейчас мы уйдем на короткую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Итак, друзья, время программы подходит к концу. В заключение я хотел бы нашим уважаемым участникам дать возможность коротко высказаться с своими вот призывами к соотечественникам и землякам. Ну, во-первых, от нашей больницы я хочу поблагодарить, ну, я думаю, что от всего медицинского сообщества, от других тоже моих коллег, поблагодарить всех предпринимателей, всех руководителей предприятий, фирм, которые оказывают поддержку материальную, моральную, лечебным учреждениям главное, в наше чтобы время. Это не сходило на нет работы, да? Да, это первое. И второе. От лица, это уже точно, что от лица всего медицинского сообщества, от всех своих коллег, которые сейчас в настоящий момент несут вахту и борются с тяжелыми пневмониями, с тяжелыми осложнениями коронавируса, я хочу вас призвать. Оставайтесь дома. Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас. Спасибо. Светлана Викторовна, коротко. Ну, я одно хочу сказать. Уважаемые мои земляки, дорогие мои, наши гости приезжие, которые из Москвы, я вас очень прошу, пожалуйста, оставайтесь дома. И сегодня, когда будет 1 мая, я понимаю, что солнышко выглядывает, что хочется порезвиться на солнышке. Но, пожалуйста, делайте это очень осторожно и не встречайтесь с подружками, с друзьями, детей держите при себе. И, пожалуйста, давайте все-таки мы будем беречь наше врачебное сообщество. У нас их не так много. Будьте здоровы. Да, друзья мои, к сожалению, статистика очень удручающая. Вот на сегодня в мире подтверждено 2,6 миллиона случаев COVID-19. 183 тысячи умерших, друзья. Задумайтесь, это страшные цифры. Но есть и позитив. 714 тысяч выздоровевших. Для того, чтобы как можно
более сильно уменьшить риск заболеть, ну, давайте мы не будем забывать о самоизоляции. Давайте мы постараемся все-таки самосохранением в этой ситуации заняться. Подумаем о тех, кто рядом. Еще раз повторюсь, наш канал, наш медиахолдинг поддержал инициативу ряда общественных организаций. И мы настоятельно вам рекомендуем, друзья, оставайтесь дома. Оставайтесь дома, мы будем работать для вас. Мы будем стараться утолить ваш информационный голод в полном объеме. Мы будем давать вам информацию из первых уст для того, чтобы не возникало никаких условий для возникновения фейков и искаженной информации. Ну и, конечно же, хочу пожелать всем пережить этот непростой период и будьте здоровы, друзья. Будьте здоровы, мы будем с вами. А сейчас оставайтесь, пожалуйста, дома и смотрите наш канал. Всего вам доброго. Это была программа «Тема дня».